Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые распространенные страхи у собак. Принято считать, что собаки должны быть смелыми и храбрыми, а значит, чего-либо бояться они не могут. Однако даже у самых отважных псов могут быть страхи. Причем связано это в большинстве случаев не с трусостью, а с особенностью психики всех лающих. Есть определенные виды страхов, которые присущи каждой собаке. Давайте рассмотрим их подробнее. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Громкие звуки – первый страх. У собак очень чувствительные уши, поэтому любой хлопок дверью может вызвать у лающего настоящую тревогу. Как правило, собаки в ответ на этот страх громко лают. Некоторые пытаются найти первопричину звука и исследовать его. Со временем к незнакомому звуку пес привыкает и уже перестает на него так бурно реагировать. Острые запахи – второй страх. У собак очень чувствительное обоняние, и острые запахи не то что страшны, они непереносимы для лающих. От запаха перца, например, большинство собак начинают чихать и протирать нос лапой. Также негативно лучшие друзья человека относятся к запахам лаков и красок, которые способны разъедать слизистую. Резкие движения – третий страх. Если поведение человека сильно отличается от привычного, например, он резко размахивает руками или активно прыгает, собака теряется и, как следствие, начинает бояться. Она не понимает, чего можно ожидать от неадекватного поведения и поэтому может залаять или даже покусать. Одиночество – четвертый страх. Собаки – социальные животные, которые очень преданы своему хозяину. Быть покинутым своим владельцем для них – настоящая трагедия. Особенно это касается тех собак, которые с самого детства принадлежали одному хозяину и не представляют другой жизни. Угроза жизни хозяина – пятый страх. Сколько историй известно, когда собака ценой своей жизни спасала человека. Лающие верные животные в случае опасности для владельца, многие из них способны забыть даже об инстинкте самосохранения. Лучшие друзья человека всегда начеку, следят за подозрительными звуками и настороженно относятся к незнакомым им людям. Не защитить хозяина и потерять его для них зачастую самое страшное. Это обобщенный список того, чего лающие боятся больше всего на свете. Старайтесь ограждать собаку от этих страхов. Пусть стресс в жизни вашего питомца будет минимальным. Если ваш лающий друг отличается повышенной трусливостью и страхи у него уже доходят до настоящих фобий, обратитесь за консультацией к зоопсихологу. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!